С вами маг-чародей Антон Чалей. Случалось ли с вами такое, что вы думали о ком-то, и не общавшись долгое время, он все-таки решил вам позвонить? Наши мысли и энергия вселенной напрямую взаимосвязаны. На сегодняшний день проведено очень много исследований в этой области. Подробнее о них можно узнать в фильмах «Секрет» и «Секрет 2». У ваших мыслей и действий есть определенный голос. Он действительно тихий, когда вы думаете, что вы ничего не добьетесь, у вас ничего не получится, у вас мало времени, мало сил. И он очень громкий, когда вы ярко представляете себе свою мечту, когда вы много действуете, когда вы много работаете, и вы полностью уверены, что у вас все получится. Все успешные люди, которые много чего добились, как в творческом плане, так и материальном, четко ставили свои цели и их добивались. Когда вы начинаете делать, работать, развиваться, то все окружающие вас обстоятельства и энергия вселенной начинают подстраиваться под вас. Чем больше вы будете уверены в себе, тем больше и больше вы сможете копить себе энергии. А с помощью все большего и большего накопления внутренней энергии вы сможете делать нереальные вещи и дойти до исполнения своей заветной мечты. Ваши комментарии с прошлых выпусков, тут вы можете нажать на кнопочку и посмотреть все фокусы подряд, их там очень много. С этой стороны вы можете нажать на кнопочку и подписаться на канал, не пропускать новые видео, которые выходят довольно-таки часто, больше чем 2 раза в неделю. Если вам понравилось видео, можете поставить свой царский лайк, написать внизу какой-нибудь комментарий, самые интересные из них попадают сюда. Всем пока!